Ягрит, пытаясь раскрыть убийство Энерждета, потихоньку начинает переходить на темную сторону. Ферхат замечает эти изменения в брате, и чтобы остановить его, следует за ним, не осознавая, что этим приближается к большой тайне, связанной с собственной жизнью. А Намык, издалека следящий за действиями Ягрита, сделает все, что в его руках, чтобы Ферхат не добрался до правды, однако данное решение приведет к неожиданным последствиям. Ссора между Желиде и Идиль принесет результат, которого никто не ожидал. 28-я серия выйдет в эфир 30 апреля в 20:00 по московскому времени на канале D.